Эх, путь дорожка, хайфовская, не страшна нам бомбежка любая. Аня, девочки, мы капсулу купили на заправке. Наша машина. Сейчас едем домой. Такая заправка. Евгешка. Все, едем домой. Море аж черное, у нас дождь. Я снимаю через стекло, поэтому капельки. Море аж черное. Наконец-то дождались мы дождика. Такое. Здесь небо светлое, а там было темное. То есть дождь, потом сразу же солнце. Да, ты на что приезжала? Я на это не жила. Это, я уже говорила, это вот такая башня, это Институт моря. Вот, такая антенна сверху. Ой, ну что, нам начинается вот это вот. Да потому что... Я снимаю, потому что. Ну снимай. Ну, сразу солнце. Только сейчас был дождь. Не знаешь, как одеваться. Куда ты нажала, теперь на упала. Все чистенько, все помылось у нас. Травка прям аж зеленая-зеленая. Смыла всю гадость. Вот такая прогулочка. Там еще, видите, еще тучи. Еще тучи. Еще одна туча сидит. Я не туда поехал. Я знаю. Я думал, что это наш принцип. Вот. Я думаю, такую погоду еще люди даже купаются. Представляете, может такое даже быть. Вот сейчас будет. Две гостиницы, я их снимала, есть видео, где я снимала их с нашего балкона. Вот сейчас вот одна появляется и вторая. То есть вы понимаете, насколько это близко. Вот одна гостиница, Меридиан называется, и вторая высокая, вот это Леонардо. Леонардо, она по всему Израилю есть, у нее сеть гостиниц. Сеть гостиниц, а Меридиан я не знаю, не буду говорить. Вот. Здесь какая-то у нас военная база. Какая точно я не знаю, но знаю, что военная база. Вот. От того, что Женя гавкал, мы не туда заехали. Сейчас мы сделали небольшой круг. От того, что кто-то нажимал куда-то. Вот. Гавкать это плохо. Гавкать нельзя. Вот, какая-то я, Брухима Баим, не знаю, какая-то военная база, вот вход ее белый. Сейчас мы развернемся, будет кладбище, вот которое я показывала вчера, снимала кладбище напротив нашего дома. Вот кладбище. Сейчас будет. Кладбище огромное, там идет и христианское, и еврейское, а вот мусульманское, не знаю, мусульманское есть там или нет. Вот это заборы, вот сейчас начинается, вот весь забор, за заборами, это все кладбище, которое напротив нашего дома. То есть мы, получается, параллельно нашей улице. Вот так вот еще гостиницы, дорога. Эх, вот дорога, фронтовая. То есть Женя ехать как на фронте, да, а потом, ой, куда я заехал, дальше. Собака бывает кусачей. Вот такие гостиницы у нас. Вот мост, я говорила, что перейти мост, и мы на море. То есть это вот эта улица, это к нам. Но мы сейчас едем в магазин «Груски». Пальмочки, все чистенько, все помытое. Чистота, тетя Соня пришла. Вот такое сейчас. Немножко болтает мне, конечно.
Это дорога? Да. Путь дорожку, фронт бою. Вот, сейчас повернем направо. Это мы уже напротив практически нашего района. Это один район, второй район. Мы едем в наш узкий магазин, мы его снимали, показывали. Вот, такие цветочки. Жень. Да, привет. Давай, ага. Все, гавкать не будет. Музыку сделал, дискотека. Помой-то не нам? Ну вот такие, ребята, дела. Вот такая у нас дорожка домой. Ставим лайк, подписываемся на наш канал. Извиняюсь, что нас это бросает, кидает. У нас трясучка. Все. Такие у нас дороги. Мы приехали в магазин. Ставим лайк, подписываемся. И до следующего видео.